Мокрица. В качестве лекарственного сырья используется молодое сырое растение. Когда мокрица начинает цвести, в ней накапливаются алкалоиды, и ей можно отравиться. Молодое растение издревле применялось в качестве салатной зелени. Это растение хорошо есть при весенних авитаминозах, а также жевать людям, страдающим гипертонической болезнью, особенно первой и второй ее стадии. Свежее растение с огорода моется и жуется, сок проглатывается, а жмых можно выплюнуть. Это средство довольно хорошо снижает артериальное давление.